Успокойтесь, мы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Плейнар. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь, жмякайте колокольчик и, естественно, вступайте в телегу. Мы приближаемся куда-то в святая святых. Точнее, ну, в говная говных, я бы сказал, в этом случае, да? То есть самое говно какое-то, скибидисное, погружаемся. Давай, закрываем двери за собой. Залетаем, слушайте. Спикермен и Ван Тузмен, они так плавненько метят на самых главных героев этого сериала. Ух ты. Что тут такое творится? Чё? Тихо, тихо, тихо. Я успею рассмотреть каким-то образом, что там написано? Лабораторный администратор, правительство спонсировало... А, вот смотрите, это же дофаг. Кстати, вот я нашел дофага, я уже нашел. Все, замечательно просто. Можно не искать, вот он. Значит, Guilford Hills Labs, лаборатория Guilford Hills получает нового администратора. Собственно, вот он, да, он администратор. И тут что-то написано, ну, government, ой, я не могу это рассмотреть. Если можете, рассмотрите. Скибиди, так, скибиди доп доп ес ес. Скибиди, тут нехорошее слово, как будто бы, причем на русском языке, них, скибиди доп, ес, ес, скибиди доп, 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 ес, ес, замечательное досье, просто великолепное, в принципе, много чего можем узнать, а вот про этого парня нам вот говорят внезапно, что он скибиди, скибиди, иди, доп, доп, ес, ес, скибиди, брррр, скибиди, не скибиди, ну вы поняли, да, короче, если вас будут спрашивать, то вот это не скибиди, а это дом Ви-Уи. И все, как бы. И все понятно уже сразу. Полная характеристика, считайте, что дана. А можно, пожалуйста, переводчик с этого говноязыка? А, вот, видите, хорошо написано. Правительство спонсировало подземные лаборатории, подписал новый... и подписался под этим новый администратор. Детали в секретные... Секретные. 79-й год, нифига себе, это давно было, ребят. Ну, у нас тайны лора раскрываются. Такого еще не было ни в одной серии, мне кажется. Что это, Библия Скибиди или что? Библия ТВ-менов? Что это? А можно как-то посмотреть? Блин. Нашли досье. Тут, кстати... Блин, тут все зашифровано, типа. Да фак бум с учеными. Alpha Hills Labs. Офигеть, подожди, это была лаборатория дофак бума? Что? 79-й год. Да, ребята, вот та дверь, помнишь ее? Так, и здесь будут какие-то артефакты. Воу. Доп-доп, скибиди-скибиди. Опа! Ух, ничего себе там! Да фук был. Обалдеть. Куда-то они прибежали. Оу. Погоди-ка, что это там? О! Офигеть, это ученый и Астер Скибидис. Тут какие-то Скибиди доп-доп-доп. Ес-ес. Офигеть, что тут написано? Тут какие-то еще
подчеркнуты некоторые слова. Может быть, это шифр? Офигеть. Это дафак бум! Что? Альфа Хиллс лаборатория получила нового администратора. Это новый... Или погодите, либо вот этот новый администратор. Тут два варианта. Кто новый администратор? Спонсируемая правительством лаборатория получила нового администратора. Детали и причины сделки остаются засекреченными. Вот так вот. И у нас дата. Но, скорее всего, это на английский лад. Так что, скорее всего, это 7 февраля 1979. Хотя, может быть, и... на обычную нашу привычную дату. Либо 2 июля, либо 7 февраля 1979. О, книжечка с ТВ-менами. Погоди-ка, а там... Он кто-то смотрит? С ТВ-менами? Книжечки какие-то. Прям совершенно. Кстати, игра опять эффект взлома, словно бы за ними наблюдает Дафек. Возможно, Дафек наконец-таки появится в этой серии, я не знаю. Ой, там, кстати говоря, постер на стене какой-то сюжетный. Я там видел текст. Погодите-ка. Блин, он такой мыльный. Такой... Ну вот что там изображено? Ну вот что? Что? Это почему не видно ни черта, а? Ну вот выкладывал бы ты в 4К. Ну вот какие 1080p? Ну ни черта же не видно. Но на постере 100% видно человека в темной одежде, который пожимает руку ученому. И вокруг тоже стоят различные ученые. А в колбах у нас расположены какие-то части скибиди-туалетов, судя по всему. Видимо, это раскрытие лорной инфы. Немножечко. На пол шишечки, как говорится, да? Там в колбах... А, в колбах оружие, по-моему, какое-то. Тут вообще целая куча деталей, там огромный меч слева висит, тентакля какая-то механическая, целая куча объектов. О, тут видно, видно, что на постере. Так, погодите-ка. Стоп, там Дафек изображен или у меня крыша едет? У Альфа Хиллс лаборатории появился администратор, если я правильно понял. И этот администратор, этот Дафек, там очень лицо похоже на Дафека. Это как-то неожиданно. То есть вы хотите сказать, что Дафек на самом деле все это время был предателем, и он за скибиди туалет? Ох, нифига, сколько инфы. Ну, извините меня, язык скибидистов я не знаю. Я думаю, кто-то это спокойно уже, наверное, расшифровал. Возможно, попозже мы погрузимся поглубже в лор скибиди туалетов, если это вообще кому-то будет интересно. Но так или иначе, да, здесь что-то, наверное, полезное написано, раскрывается лор. Я заметил, что Дафак в прошлой серии добавил немного озвучки. В этой серии добавил вот текст. Он, видимо, хочет все-таки полноценную историю склепать. Он уже вышел за рамки рофлов. Я не знаю, плюс это или минус. А, ну классно. Да, там Дафек изображен. 1979 год. А я думаю, вот, знаете, так покажут мимолетом, а потом всякие теоретики будут обсасывать эту картинку 10 часов. Правительство проспонсировало подземную лабораторию с новой миссией. Детали и причины держатся в секрете. Судя по всему, там написано. И там реально Дафак пожимает руку. Скибиди туалету, по крайней мере, рожа у этого чувака, как у скибиди туалета. Обалдеть. Получается, Дафек создал скибиди туалетов, или он помогал их создавать. Они нашли какую-то книжку. Две книжки даже. Блин, когда же покажут книгу? Мне интересно, что в книге будет, в сливе, которую мы видели. Это тоже мы в сливе видели, как раз-таки вот здесь находится книга, походу. Да-да-да-да, вот как раз-таки то, о чем я говорил, склад или музей, что-то такое, их там было. Пока что все, что говорил, так, совпадает с тем, что мы видим. Смотрите, реально это склад, склад какой-то. Стенды, очень много стендов. О май гад, ученый написано на иероглифе, на каком-то языке скибидистском. Скибиди повсюду написано. Так, это надо... Офигеть! О май гад! Офигеть! Я угадал! Прикиньте, Дефук с учеными был. Прикиньте, офигеть, это тоже... Телевизор... Да блин, это я тоже угадал! Как? Так, подожди, тут какие-то оружие или что-то в этом роде. Они сейчас, походу... А, вот это шов в клетках. Так, здесь у нас большая камера. Это что? О чем это говорит, ребята? Что они пытаются изобрести своего камерамена Титана? А вот большая колонка. Это что? О чем это говорит? Что они хотят сделать своего гигантского спикермена? Это Дафак Бум! Это Дафак Бум! Смотрите, там получается ученые. Дафак Бум жмет руку. По-моему, это 09. Давайте, может... А, нет, поближе он не подошел.
То есть здесь сейчас, ребята, начнутся теории. Вот сейчас начнутся теории, что смотрите, значит, здесь. По-любому еще можно это все перевести. Но, короче, смысл в чем, что это целая группа ученых, которая что-то там работала над чем-то там. Вообще здесь, короче, куча текста еще. Но, надеюсь, у Армхау выйдет подробный разбор. Блин, это что теперь... А, не, подождите, это... Скибиди-доп-доп, ес-ес, скибиди-доп. Не, я такой язык не понимаю, ребята. Но очень интересно. А вообще здесь этот... Скибиди-астро и скибиди-ученый. Что бы это ни означало. А, вот. Короче, здесь написано, что это спонсируемый какой-то там проект. Но он остается в секрете. Я не знаю, что это, ребята. Очень интересно посмотреть эти детальные разборы от Армхола и Разуплея. Так, еще здесь есть вот эта книжечка, где голова кого? Правильно, ТВ-менов. И еще одна. Просто только тупо дверь открылась, и он сразу это стрельнул в замок. Тут другая закрылась. Так. Лаборатория. Записки. Что тут написано-то, нихера непонятно. Кто-нибудь может это расшифровать? Пишите в комменты. Ну тут вот у нас астерский бедист, насколько я понимаю, внизу, да, сверху ученый. Хм. 1979 год. Так. Этот, а интересно, в каком момент времени происходит вот нынешние события? Телевизор? Хм. Это типа как Библия, что ли, для скибидистов? Ой, нет, да, нет, нет, подожди, нет, не для скибидистов. Почему телевизор здесь? Откуда они... Откуда вот этот, ребята, камерамен в красной рубашке знает, куда идти? Это что такое? Это какая-то комната с... кибедистов? Подожди, нож. Какая-то палка, копье. Большой гигантский нож. Щупальца. Большая камера. Рука... Рука камерамен Титана, ребят, посмотри! Спикермен колонка. Плакат? Да фак бум? Ребята, короче, я без ума от этой серии. Так, сейчас будем разбираться. Опачки. Досье на скибиди ученого и на астроскибидиста, которого мы с вами видели в прошлом. Вы помните того астроскибидиста, который пригрозил всем титанам и быстренько телепортировался? Что здесь написано? Скибиди, скибиди, доп-доп, ес-ес, скибиди... Короче, здесь на языке скибидистов нифига не понятно. Если вы знаете, что здесь написано, ребят, напишите мне в комментарии, я обязательно прочитаю. Я читаю ваши комментарии, не забывайте писать комментики и ставить лайки. Непонятно, что здесь, но здесь у нас скибидист ученый и есть астроскибидист. Досье на них, либо кто-то из них друг друга описывает. Погодите-ка. Этот плакат выглядит очень старый. А плакат... 2 июля 1979 года. Написано в Альфа Хиллс. Я так понимаю, это название какой-то лаборатории. Альфа Хиллс лаборатории назначен новый администратор. Ни одна лаборатория, спонсируемая правительством, не предполагала, что новый администратор сойдет с рельсов или что-то. А причины остаются в секрете. Короче, здесь рассказывается про какого-то нового администратора, который, ну, я не понял, что произошло, но я их понимаю. Новый администратор, это был дофак бум, который сейчас нам помогает. Короче, мы сейчас с вами это еще разберем. Книга со знаком ТВ-менов? Откуда в лаборатории скибидистов книга со знаком ТВ-менов? Он непонятно развел руку. Две книги! А если тебе понравился этот ролик, рекомендую посмотреть вот этот ролик, он тоже классный, или вот этот ролик, он тоже классный. Рекомендую! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на колокольчик. Увидимся в новых видосах. Пока-пока!